В одном из залов отеля «Хёндэ» прошла конференция, посвященная туризму во Вьетнаме. Делегация из 40 человек во главе с министром спорта и туризма Вьетнама прибыла во Владивосток, чтобы открыть новые горизонты сотрудничества и представить ко вниманию российской общественности малоизвестные уголки своей загадочной страны. В эти часы проходит официальный визит министра культуры, спорта и туризма Вьетнама господина Хуан Туананя в город Владивосток. Это действительно значимое событие, поскольку персона такого уровня посещает наш город впервые. Русские туристы самые главные лететь на море отдыхать, пляжи и море, и даже они летели в Ханой и сразу на внутренний рейс, на рейс Камрань и Хо Ши Мин, чтобы ездить на море. Туристы из европейских стран, Австралии и Соединенных Штатов организуют свой отдых по несколько иной схеме, которая подразумевает путешествие с севера на юг с остановкой в каждой гостинице или в каждом конкретном регионе на 1-2 дня. Российский турист не любит каждые 2 дня собирать чемодан, поэтому все 12-14 дней проводит на одном курорте с выездами 1-2 дней. Мы уже 7 лет открыли линию Владивосток-Ханой, и в ближайшее время мы уже открыли линию Владивосток-Хо-Ши-Мин и Владивосток-Камрань прямо, чтобы удобно для русских туристов из Восточной лететь во Вьетнам. Раньше они летали через Сеул. Это самое главное, это неудобно. И поэтому открыли прямые линии, уже удобно. Зимой летать, и билет, где средний, $1100 за билет, туда-обратно. Всякий раз, когда приезжаю во Вьетнам, мы можем отметить стремительные темпы роста строительства объектов недвижимости и гостиничной индустрии, если мы говорим применительно к туризму. Также в настоящее время российские туроператоры подчеркивают необходимость того, что Вьетнам, помимо пляжного отдыха, красивой природы, замечательной погоды, должен давать российскому туристу и какой-то вот культурный обзор для того, чтобы это был не просто пляжный отдых без относительно к регионам, но для того, чтобы российские туристы могли познакомиться с красотой этой страны. Представители Вьетнама надеются, что туристический поток между нашими странами будет лишь увеличиваться.